В Башкортостан прибыли представители Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». В настоящее время Уфа рассматривается в качестве кандидата от России на право проведения 47-го конгресса «Апимондии» в 2021 году. У нас 6 природных зон. И каждого административного района здесь представлены мест. А во время конгресса ожидается около 10 тысяч участников. И для церемонии открытия и закрытия конгресса «Апимондия» необходимо вместить такое количество людей. Параллельно с конгрессом проводится большая выставка «Апиэкспо». И очень важно иметь большие площади для размещения оборудования пчеловодческого. Последний раз «Апимондия» в России проводилась 45 лет назад. Каждый из тех, кто подается, имеет равные шансы на проведение. Нужно приложить максимум усилий, чтобы убедить членов «Апимондии», что ваш регион заслуживает большего. В Бурзянском районе делегация познакомится с древними и уникальными традициями бортничества, посетит заповедник Шульганташ и лабораторию по производству племенных пчелиных маток башкирской породы медоносных пчел. Кроме этого, гости посетят Уфимский, Иглинский и Архангельский районы Башкирии. Завершится рабочая поездка 19 августа.